Это буду с пандой. Или на юна. Я с сыном сижу. Пизду, пизду магию. Мам. Не сейчас, я снимаю бигу, мне я очень занята. Бля, это что ж такое? Убрать. Убрать веселье. Что-то не расслышал. Чего? Сыном сижу. Не хочу спать. Дети нынче так растут быстро. Не успеваешь за ними. Друзья. Да. Не говори. Без 10:07. Иди отсюда, глупая ты кошка. Иди отсюда. Иди давай. Иди, иди. Внутриутробные звуки. Да, ясно. Твою мать. Нет, недавно. Хотя смотря с чем сравнивать. Ты спроси. Долбящий пиздец. Там спрашивать или нет? Ай, да, добренькое, добренькое утро.
Ненавижу утро. Вот скучно мне. Я собиратель. Хочется мне. Чем больше их будет, тем выше шанс найти какого-нибудь смешного человека. Логично же. Это вообще подписчики, твоя аудитория. Что? Твои подписчики, это твоя аудитория. Но? Ну, зачем их собирать? Чтобы было кому смотреть. Да. Как я, блядь, сижу и смотрю в монитор. Почему нет психолечебницы для котов? Есть, и он в санитарах, как у меня рука санитара для него. Умеет так делать. Что, все? Душающий. Нет, вот здесь вот прям под это он не может никак. Оп. Аорта? Угу. Надо что-нибудь придумать. Веселенькое, а то что-то, блядь, какая-то печаль. Ну, так не люблю и не люблю. Не люблю утро. Ах. Хорошего утра не происходит. Вечеринка кончается. Утренники унылые. Угу. Да. Зачем любить утро? Беспонтовая вещь утро. Чё, мои видео с нарезками из эфиров? Чего? Видео срачит, кто-то снимал. Ну, не знаю. Слышишь, мне рука попалилась мёртвой. Мои эфиры популярны. Посмотри, как это. Да? И чё, много просмотров у этого говнеца? Или нет? Thank you. Нет у меня канала. Никакого канала на Ютубе. Это леопарды. Их много. И вот. Все футболки мои лазят. 40 000. Что там происходит? Все срутся или я там пьяная бегаю? Что делаю? Хорошо, хоть на Портхаб не зайдет. Это был человек, короче. Здесь какой-то чел. Я что-то пьяная просто разговаривала. Он такой: я сейчас тебя сниму и на Портхаб выложу. Кому нахуй нужно на Портхабе мои разговоры, бля? Пьяные.